Здравствуйте, с вами магазин «База Автозвука». Сегодня у нас на обзоре небольшое крепление от компании IoTi, моделька EasyView 2. Или еще артикул его HLCRIO 115. Вот так это все выглядит, запечатано в фирменной коробочке. Давайте ее откроем. Так это все открывается. И что тут у нас? Крепление и вот небольшая вот такая вот брошюрка. Так, есть. Давайте сразу к самому основному перейдем. Вот так это все выглядит. Глянцевый пластик. Красиво, качественно все собрано. Даже вот ход самой защелочки такой очень приятный. Ничего не шатается и плотно, хорошо все фиксируется. Регулируется крепление в разных плоскостях, то есть как удобно, можно его вертеть, крутить. Так, что у нас написано, что собирается крепление в Корее. То есть это корейская сборочка. Так, по присоске. Присоска у нас липкая, что позволит без проблем установить на торпеду, даже рифленую. То есть, если вдруг будет плохо липнуть, достаточно промыть теплой водой саму резинку, и то есть она возобновит свои прилипающие свойства. Вот. Крепится это все очень легко и просто. Для того, чтобы закрепить достаточно правую, именно правую. Нет, здесь также и левую можно отвести в сторону. И у вас надежно будет закреплено. Надежное крепление фиксируется прижимной силой, а также здесь есть по бокам такая резина, она немножко прилипает также, ну, буквально совсем чуть-чуть, что позволит телефону вот, вытащить его, ну, очень сложно вот так вот. То есть из-за того, что здесь есть вот такая вот резинка. То есть надежно установлено, крепится, без проблем у вас все будет закреплено в автомобиле.